Тут, судя по всему, вода поддается, если надо. Если они решают, что прудик омелел. А тут у нас голуби купаются. Голуби, простите. Ну что? Главное, рилми не сломать, он в кармане штанов лежит. Вынимаем из чехла. Чехол мочить нафиг не надо. Качество 720, это хорошо. Так, что у нас тут должно быть задраено? Лоток с симками. Ну, в общем-то, и все. Все остальное у нас тут нормальное. Пробуем опустить, немножко поснимать внизу, вытащить, смотрим, что со стримом. Потом я его вытираю и пошел дальше. Главное, самому не швахнуться. Так. Ну я же сказал, ничего видно не будет. Стрим вырубят. Так что дайте я сейчас коротенько выскочу из стрима, запишу видео под водой. Пробуем. Смартфону реально стало лучше, он стал холодненький. Надеюсь, вы меня хотя бы слышите. Когда подвысохнет, тогда помещу обратно в чехол. Стрим реально пропадал, я видел. Потом я его прервал специально, потому что я захотел немножко видео поснимать. Поснимал секунд 20 именно видео. Также, само собой, на попугайчика все заснято. И если вы меня хотя бы слышите, значит, уже все хорошо. О, ну и хорошо. Просто напоминаю, дешевые модели после выхода из воды глохнут минут на 30.